Опровержение Катющика, полный разгром теории Катющика, жесткая критика и так далее. Суть в чем? Время от времени находятся люди, которым мерещится, как будто Катющика можно опровергнуть или что это уже случилось. И они начинают бегать по интернету с какой-нибудь новостью. Сейчас новость аж из 2006 года. Обсуждение моей теории, теории гравитации, приталкивания. В принципе, эта теория обновлена мной в математическом виде, а сама идея принадлежит Михаилу Ломоносову, может, даже еще раньше, но версия озвучивалась и документально засвидетельствовано, что Ломоносов этой идеи придерживался. Вот. Эту теорию никто не опровергнет, это единственная реальная научная теория, все остальное фейки. Но дебаты, так сказать, продолжают. Так вот, что случилось в 2006 году? Есть научный форум DXDY. И там в течение длительного времени обсуждалось, 16 страниц сохранилось обсуждение вот этих материалов по гравитации. И к обсуждению присоединились очень сильные ребята. Это довольно плотный форум, научный форум DXDY. Там очень хороший такой коллектив. Они присоединились к обсуждению и пробовали на зуб эту теорию, пытались ее опровергнуть. Дошло до страстей, ребята нервничали. Каждое слово там эмоционально угрожали забанить, ограничить доступ. Я, конечно, не мог в естественной манере их макать носом и говорить. Я это делал крайне скромно и крайне вежливо. Так вот, математики очень долго пытали на зуб эту теорию и по результату не смогли ничего. Не смогли как-то опровергнуть, найти слабое место. Перекопали теорию и вдоль, и поперек в плане взаимодействия. То есть плотная математическая проверка осуществлена еще в 2006 году. Вот. Тут изобилуют формулы, все по пунктам, все разжевано от и до. Просто тотальное обсуждение, 16 страниц. Было страниц больше. Было страниц больше. Ну, сокращалось, вырезалось. Приходили люди, делали отзывы, эти сообщения просто удалялись. Ну, естественно, в поддержку делали отзывы. Дальше. Что это значит? А это значит, что, уже это объяснялось много раз, математически это безупречно, в научном плане это безупречно. Никто никогда эти материалы опровергнуть не сможет. Это единственная научная теория гравитации, которая есть. Все остальное – это конченые фейки, это обман и лженаука. Наша Вселенная работает именно на комплексном приталкивании. Модель выглядит так, что первая материя, если мы при моделировании в бесконечный объем запускаем, она разлетается в разные стороны до того показателя, пока не займет всю Вселенную. И дальше этот разлет обращается уже в дополнительное взаимодействие приталкивания, результирующая сила приталкивания. Математика этого показана. Формульно это та же самая всем знакомая теория обычного тяготения. Те же самые формулы, только нам их удалось получить в полном исчерпывающем виде. Все проверено, все доказано. Наш мир устроен именно так. А для критиков, ну, ребята, ну не получится, никто не сможет это раскритиковать. Это уже бронебойно. Это не гипотеза. Это реальная констатация, это строгий научный факт. Наш мир устроен именно на этом принципе. Собственно, с чем вас всех и поздравляю. Ссылку мы приложим в описании. Желающие смогут зайти, почитать, посмотреть. С вами был Виктор Катющик. Телеканал «Научный трибунал». Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем привет!
люблю.